А Макс сказал, что Мармазеткину шапку он приватизировал и ее не отдаст. Вас Миронов, к Сарыловке. К Сарыловке мы не употребляем. А Миронов сказал, а кого же ты меня бросаешь, Костя? Пришлось нам. С кем же нам домой ехать, кроме как с ней? И с ней. С бригадой. Еще Дэн. Дэн с ней. Бригада большая. Как же мы могли тебя одну там отпустить? Не Артема же. Артем так и сказал. Что ты там, как? СКС. Ты поздно подошел. Я здесь так живописно летала. На доске. Ну, конечно, больше на попе. Ты нам кто-то умеешь. Ну ничего себе. Нормально. Ну живее давай, пленка идет. Давайте. Точно мягко? Да. Очень. Просто перин. О, пацана. Рано. Можно я спиной соскользну? Можно. Но один раз. Ну хоть кто-нибудь уже, дай. Смотри. Что же вы такие не решите? Ну завяжи себе глаза. Тёмыч, бери их за руки и прыгай. Скажи мягко. Ну не сказать, что больше. Лежи так, не двигайся. Ой, ты так больше не делай. Тёма, я вижу, что там делаешь, я не понимаю. Он теперь боится. А где на мне стрёмно стало? Я не делаю. Утрамбовали двери. Нет, нет, нет.